Каждый год во всем мире отмечается Международный день защиты детей, который в нашей стране празднуется 1 июня. В Тараклее в этот день дети окунулись в сказку. Кроме обычного праздничного концерта, подрастающее поколение развлекали сказочные персонажи. Артисты Дома детского творчества показали детям и их родителям историю о постаревшей принцессе, которая пытается вернуться в страну детства. Этот день, конечно, дети ждут целый год, и они с удовольствием принимают участие в нашем празднике. Сегодня наш праздник имеет статус районного, потому что мы пригласили не только городские школьные и дошкольные учреждения, но также к нам приехали и сел Мусаид, Будей, с Новоселовки. Ребята с большим удовольствием приехали и окунулись в этот мир сказки, мир детства. Свой сказочный мир детства ребята из Дома детского творчества выражают в картинах и всевозможных подделках. Самых лучших умельцев-рукодельцев наградили дипломами и денежными премиями. День защиты детей – это не только веселый праздник, это еще и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Это напоминание взрослым о том, что все дети нуждаются в защите и поддержке. Я хочу поздравить всех детей мира с Днем защиты детей. Хочу пожелать всем удачи, здоровья, чтобы они были дружными. Хочу поздравить своих одноклассников, всех-всех деток с этим замечательным праздником. В Тараклее здесь концерт, он очень интересный, были конкурсы. Это было очень весело, мне нравились, как танцевали детки. Они танцевали еще. Громко. Еще. И пели. И пели. А какой праздник ты знаешь сегодня? Знаю. Какой? Праздник детей. Расскажи, тебе понравился праздник? Да. Мне этот праздник понравился, потому что все дети приходят и радуются. Потому что он был приятным, веселым. Все играли, танцевали, пели и много сюрпризов. Первое празднование Международного дня защиты детей состоялось в 1950 году, после Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны. Но и в 21 веке дети нуждаются в защите и поддержке не меньше, чем в послевоенные годы. А вот на то, почему нужно защищать подрастающее поколение, у детей свой собственный взгляд. Детей надо защищать, потому что может с ними что-то случиться. И взрослые боятся за своих детей. Потому что они могут привести какую-нибудь беду, и нас должны защищать. И мы уйдем далеко в Ефу, когда мы будем в походе. И пойдем на пикник, и мы забудемся и в реке утонем. А кто защищает детей? Боженька. Потому что это смысл жизни. День защиты детей в Тараклее стал не просто детским праздником, но и самым настоящим праздником семьи. Родители вместе со своими чадами смотрели концерт, гуляли по площади и даже танцевали вместе. А что еще нужно ребенку для счастья? Чтобы мама и папа всегда были рядом.